У Гомелі пройшов перший кіберспортивний фестиваль. Він собрав більш за 300 прихильників комп'ютерних гульняв. Город над Сожем поступово долучається до модної тенденції, яка охопила увесь світ. Спаборництво по кіберспорті у Гомелі проходить на протягу 2 років. Тільки сьогодні проведено коля 20 івентів. Улічуючи великий інтерес з боку молодих людей, надійшла черга і першого фестивалю. У його рамках відбулися 3 винікові турніри по таких популярних онлайнових гульнях, як Hearthstone, Dota 2 і Ліга Легенд. У кожній з гульнявих дисциплін за перемогу змагалися 16 геймерів. Паралельно проходили відкриті спаборництва. Удел у їх мог прийняти каждый желающий. Судя по этому фестивалю, эта граница даже уже падает, возрастная категория. У нас сегодня очень много школьников, ну и более постарше есть ребята. Чем дальше, тем больше. Если на первых наших мероприятиях было где-то 30-40 человек, то вот сегодня, ну я так понимаю, уже более 300 точно есть, и дальше уже считать не получается. Мы с Белгутом сотрудничаем уже не первый раз. Весной этого года мы проводили здесь финал турнира 5 на 5 по Dota 2. И нам очень понравилось, скажем так. Крайне отзывчивое руководство, очень приятно работать. И они откликнулись именно на наше предложение. Решили совместно организовать такое мероприятие. Думаю, что у нас сегодня все получилось.